Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня начинаем монтаж теплицы арочной, ателье. Все разгрузили, разложили. Курс раскидали. Поликарбонат, арки и торцы. Все, начинаем монтаж. Закончили монтаж теплицы арочной, ателье. Теплица свалена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Поликарбонат 4 мм, 0,65 плотности. 14 лет завод-изготовитель дает гарантию на него. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. В этом торце установлена распашная дверь с форточкой. Отдельно форточку можно открывать на крючке. Также на торце установлен уплотнитель резиновый. Все плотно, без щелей. Замки нового типа. И в теплице установлены укосины для большей жесткости конструкции. И колышки. Забили мы 4 штуки, и клиент еще дополнительно кучу всяких палок назабивал. Все качественно и надежно. В дальнем торце форточка. Все надежно, мощно, со вкусом. Полимерно-порошковый окрас, цвет шоколад. В оцинкованной трубе очень качественно. Двойная защита от коррозии. Практически вечная теплица. Все, заказывайте у нас металлоконструкции. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, ответим на все. Все, всем пока.